Контент пошел, контент, пацаны. Привет, дружище, и давненько у нас не выходило выпусков со смешными моментами в трайбе, хотя в последних сериях и так постоянно какая-то клоунада происходит. Но все равно формат вам очень сильно полюбился, так что не забывай поставить лайк, а кто не подписан, обязательно подписывайтесь на канал и также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы вам приходили оповещения о новых сериях по арку. Ну и давайте не будем затягивать, переходим сразу к выпуску. Но сначала немного рекламы. Администрация сервера Arc Fantasy приглашает на свои PvP-сервера рейта X5-X7. Ограничение на 12 человек в трайбе. Сервера работают без вайпов. Максимальный уровень диких дина 150. Ограничение на турелей 250 турелей на радиус. В кластере находится 8 официальных карт, кроме Скорча. Из модов на сервере хочется подчеркнуть перенос элемента, стаки по 1000, бесконечные крюки кошки, динотрекер, суперструктур и, конечно же, бинокуляр. Сервер уже запущен. Подробности в их дискорде, ссылочка в описании. Футбольчик, мальчики играют с мячом. Макс, продолжи. Мальчики походят на качков, на кошечки плавно переходят на... Чё сутулишься, трапеция, норма, отработал спарринги с братаном, привык, что помят малость, молодость, не старая. Рэп от старого, блядь. Я скидываю 39 раз, он мне всё ещё куча раззвонит. Я беру трубку, он такой, я такой, что ты хочешь? Он такой, ты где? Он переживает за тебя, правильно делает. Волнуется. А вдруг то есть я скидываю, блядь, не просто я не отвечаю на звонок, я скидываю. Он тебе звонит еще 39 раз и без... Ты где? Трава, ты где? Я тут. Пизданутый, вот реально, припизданный, пизденыш. Коля, вот как с такими долбоёбами играть в команде, нахуй? Я же как-то с вами играю. Слышь, да я лучше Колю возьму, чем тебя, ты уёбок. Блять, ну тут одно но есть. Овнерку отдай, уебан. Танк уничтожен. Интересно. Короче, надо как-то вот так вот паутинки проложить, вот так вот. И вот так вот по лайнам бегать. Уи-уи-уи-уи-уи-уи-вот. Что за скорая помощь, блять? Это планировка, смотри, вот здесь паутинки есть, проложу вот так, вот здесь тоже есть, проложу вот так, и вот здесь будут, и буду вот так бегать. Нему скорая помощь уже выехала. Походу таблетки закончились. Буду пушить вот так. Вот так. Ты узнаешь его адрес? Надо скорую вызвать. Я очень крутой. Мама, смотри, я ебанутый. Короче, нашел я банановый склад. Ты что? Это что? Это чё нахуй вообще? Ты чё по графену? О, красное еб... лицо. Ебало, ебало. Здорово, Аза. Шо ты? Чё, как дела? Подожди, перед нашим разговором скажи, ты уже под наркотой или без? А, нет, без. Все, тогда можно адекватно говорить. Как ты идет? Когда пытался не палиться до последнего. О, кайф. Теперь у меня хоть тирики есть. Ой, спотыкнулся, блядь. Ну ты совсем гандон припизнутый или чё? Я тебя просил синий не дропать, блядь, клифы наш. Ади! Ты меня задолбаешь, считаешь, их там да! Их там не было. Я уже хочу умереть молодой и красивый. Ну, пускай не красивый, но молодой. Ну, пускай не молодой. И некрасивый. И некрасивый, да. Просто умереть. Все, барака нет. До свидули! Ну да! Ну да! Ну да! Да! Ага! Да! Первым ударом баш, после БКБ еще один удар баш. Я съебываю. Еще один удар баш. В меня стол поставил, ебать. Ты бил. Реально, все похуй на тебя, заткнись. Яйца поди мне дай. Так, слушай, ты реально, ты вот
Блядь, тебе, сука, 20 лет. Ты весишь, блядь, под 200 килограмм. Ты заебал. Ты можешь не дышать со мной одним воздухом? Вот из-за таких, как ты. Вот из-за таких, как ты. Блядь, земля сокращается. Вот ты, сука, жрёшь за 10-рых, блядь. Вот, понимаешь, люди должны вот почву из-за таких тварей, блядь, обрабатывать, нахуй. Чтобы тебе, пидорасу, вырастить курицу. Вот, блядь, ты тратишь ресурсы, а ты же долбоёб. Это нечестно просто, ты понимаешь это? Я должен жить на 5 лет меньше, потому что ты жрёшь за троих. Тебе сгорело? Накипело чисто. Старый, что с тобой, блядь? Ты кабан. Вот тупо кабан. Ты просто здоровый, ты пришел там, погулял что-то, вот как кабана тебя выгули. Пришел, тебе полкилограмма комбикорма насыпали, ты там повалялся. Спать тебя тащили, ты там повалялся. Потом тебя тащили, помыли, потом ты поиграл там, посрал и опять спать идешь. Ну, кабан. Лучшее описание. Тупо кабан. Потом мне говоришь, типа, я человек, который на заводе тружусь, гайки кручу, ты потом мне предъявляешь, а почему ты мне не помогаешь? Почему не помогаешь? Зритель на неё от первого лица, понимаю. Так это жарче. Там, у нас пик говна, у нас пик говна. Почему им персонажи даются? Нахуй. Инча, Бруда, Сларк. Думаешь, мы не выиграем? Смотри, нахуй, наши персонажи, которые нам дались по пику. Висп, нахуй, из-за них. Бруда, Инча, Имба, херня. Ой, ебать. Кабанчик, блядь. Из-за нас, блядь. Три саппорта, нахуй. Рики и Кунка. Найс. Как я вообще, блядь, с тобой начал опять говорить, блядь. Я с тобой полгода не говорил. Ебать, я жизнью зажил, чудовище ты ёбаное, это донецкое. Я в арк не играл. Это я восстановил вашу дружную семью. Ты, блядь, пидорас конченый, я не так в арк играл. Я с этим, блядь, долбоёбом не общался, который мне не начинает говорить, блядь, то что... пойду покачаюсь, пойду посплю, пойду посру. Здорово. Как ты дела? Нормально. Видишь, он ёбнутый, он даже не реагирует, он, блядь, у него заторможенная реакция. Как нахуй ты меня слился? Футбольщик, мальчики походят на качков. Во-первых, он дышит со мной одним кислородом. Он землю, земляные ресурсы мои употребляет. Так я этой мрази сейчас, наверное, мой регион, то есть я налоги за него плачу, чтобы эта мразь выросла, в человека превратилась. То есть он же на бюджете учится, это даун. Вот, то есть, а кто? Бюджет? Это государство. А государство это кто? Это я, мои налоги. То есть я вот за себя плачу налог. За траву. Да, а это вот уроду этому отдают. То, что он в столовую ему там курочку готовит. Вот это вот мразь. Он спортом занимается, нихера не выигрывает. Живет за пятерых. Так еще и в Донецке, в этом в Донбассе живет. Сейчас к России присоединится, а кто восстанавливать? Максим. Налоги, деньги только у Максима. Вторую Чечню сделаю, там права будут в золоте, а я буду вот в однокомнатной конуре из картона. Да это пиздец. Он просто своей автоатакой убивает. Кинь на него первый скилл, снимай с него эффект, положи баф. Он же не снимает. Как я мог, блядь, это ж ебаное имбалансное чмо. 321 ловкость, блядь, дополнительно. 72 брони. Как это нахуй убивает, блядь? У него просто не сидит полгода, блядь. Ты посмотри, блядь. Смотри, сколько у него 74 брони. Пожалуйста, кидайте Сларка в бан, блядь. Это ебучая хуйня, потому что либо сами его пикают. Да нет, ебаная хуйца, блядь. На ебаной хуете. Я его рот ебал, его мамаш и всей его семьи, блядь. Сгорел. Нулевое чмо, блядь. Да, чисто в пятером ходим, короче, пиздец. Да, блядь, так и надо с самого начала игры делать. Мы ходим, дрочим только друг другу. Так это сам нихуя не делал. Ходил, блядь, по легкой, да.
Точно, типы, бля, пиздец, грязь, пятером бегают, вот эта вся хуйня, ганги, бля, давай с тобой пятером на один лайн. Давай, короче, в пятером или сразу. Да не придумывайте хуйни, бля! Играешь, чтобы получить удовольствие, чтобы просто поиграть, почилить, что-то поделать, поугать. Или ты играешь, прям потеешь, турбо, да какое слили. Нахуй можно удовольствие получать от того, что по КД в таверне сидишь? Пиздец, веселье, нахуй. Сижу, блядь, смотрю, как они нам башни ломают. Ржака, блядь. Не стоит опять команда пидорская, смотри. Вивер в мете, все, блядь, его в каждой игре будут пикать. И Рубика заодно, давайте, блядь. Отсосите там друг другу, пидорас. Что ж, на этом выпуск подходит к концу. Если тебе понравилось, то обязательно поставь лайк, а также напиши в комментариях, что думаешь по поводу этой рубрики и стоит ли почаще мне выкладывать такой формат. Ну а если на канале новичок и до сих пор не подписан, то обязательно подписывайся на канал, также не забывай нажимать на колокольчик, чтобы тебе приходили оповещения о новых сериях по арку. Ну или другим каким-то играм. В общем, спасибо за внимание, ссылка на сервера, где я играю сейчас, есть в описании. А 9 октября мы идем играть на новый PvE сервачок, там тоже ссылка есть в описании, в общем, разберешься. На этом я с вами прощаюсь, удачи, до скорой встречи.